Притча о блудном сыне, 17 стиха, продолжение. Давай. Было два сына. Вы начали что-то и до конца не закончили? Нет, тут большие такие стихи, только вам. 17 по 21 стих. Мы уже читали это? Придя в себя и учали. 22 по 23. Да? Да, разбирали это. Ну, давай. Отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и закалите. Станем есть и веселиться, ибо это сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и начали веселиться. Толкование. Под рабами можешь разуметь ангелов, так как они суть служебные духи, посылаемые на служение для достойных спасения. Евреям 1.14. Ибо они, обращающиеся от злобы, одевают в лучшую одежду, то есть или в прежнюю, которую мы носили прежде грехов, одежду нетления, или в одежду лучшую всех прочих, какова одежда крещения, ибо она первая надевается на меня, и через нее я снимаю с себя одежду неприличия. Под рабами можешь разуметь ангелов и потому, что они служат при всем том, что совершается ради нас, и что мы освящаемся при посредстве их. Под рабами можешь разуметь и священников, так как они обращающегося одевают через крещение и учительское слово, и надевают на него первую одежду, то есть самого Христа. Ибо все мы, крестившиеся во Христа, облеклись во Христа. Галатам 3.27. И дает перстень на руку, то есть печать христианства, которую мы получаем через дела. Ибо рука есть знак деятельности, а перстень – печати. Итак, крестившийся и вообще обращающийся от злобы должен иметь на руке, то есть на всей деятельной силе, печати признак христианина, чтобы мог показать, как обновился по образу создавшего его. Или иначе, под перстнем можешь разуметь залог духа. Скажу так, Бог даст совершеннейшее благо тогда, когда наступит их время, а ныне для уверения, как бы в виде залога будущих благ, дает нам такого рода дарование. Одним дар чудотворения, другим дар учительства, иным другой какой-нибудь дар. Принимая сии дары, мы с твердостью уповаем и на получение совершеннейших. Дается обувь на ноги, чтобы они сохранились как от скорпионов, то есть от подгрешностей, по-видимому, малых и тайных, как говорит Давид, Псалом 18.13. Однако ж и тех смертоносных, так и от змей, считаемых, видимо, вредными, то есть от грехов. И иначе, удостоенному первой одежды дается обувь в знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Ибо отличительное свойство христианина – быть полезным для других. Кто есть упитанный телец, заколаемый едомый, это нетрудно понять. Он есть, без сомнения, истинный Сын Божий, поскольку он человек и принял на себя плоть, по природе неразумную и скотоподобную, хотя и наполнил ее собственными совершенствами, поэтому назван тельцом. Телец сей не испытал ярма закона греховного, но есть телец откормленный,
поскольку определенно сие таинство прежде создания мира. 1 Петра 1.20. Быть может, покажется изысканным то, что еще имеет быть сказано. Однако ж пусть будет сказано. Хлеб, который мы преломляем по виду своему, состоит из пшеницы, поэтому может быть назван откормленным пшеницей, а по духовной стороне есть плоть, поэтому может быть назван тельцом, и таким образом один и тот же есть телец и упитанный. Итак, всякий кающийся и делающийся Сыном Божиим, особенно же восставленный и вообще от греха очищаемый, причащается сего упитанного тельца и бывает причиной веселья для отца и рабов его, ангелов и священников. Ибо был мертв и ожил, пропадал и нашелся. То есть, сказал рабам своим, под рабами кого подразумевает? Служителей. Ангелов и священников церкви. Так. Далее что? Он говорит. Перстень на руку его. Под перстнем что нужно разуметь? Дары, будущих благ, как бы. Дары Духа Святого. Так. Под обувью что? Дается обувь на ноги. Готовность благовествовать миру. Да. Так. И откормленный теленок. Телец. Откормленный телец. Видать, специально откармливали были телята, которые, может быть, под матерью ходили, наверное, или как, то на всякий такой случай, что там гость приехал, важный какой зарезать или что-то, и бабу такой. Не каждый день его резали, такого теленка. Видим там, когда приходили гости к Аврааму, говорит, что он тоже так же, там откормленный теленка. Беру самого лучшего, который есть для гостей. Вот это, значит, запомнить это нужно, чтобы. Ну и здесь комментарий дается к этому, комментарий автора. Есть места Священного Писания, которые толкуются только один раз. Притом один раз во всей Библии встречается это место. Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Но слово о проповеди, слово Божие, встречается бесчисленное число раз прямым текстом. И в притчах, и на сказаниях. Почему одно повторяется, другое слово стоит в одиночестве? Очевидно, потому что Дух Святой знает, чему люди более всего будут противиться. Каждое место Священного Писания – это как воин с оружием против замыслов сатаны. Выходя на битву, вожди делали подсчет своего войска. Закрывая последнюю страницу Библии, мы можем увидеть не сотни, а тысячи мест. Передовое охранное войско Иеговы – это его благовестники и святые отцы, на которых ссылается блаженный Феофилакт, это отлично понимали. Если православные священники и прихожане не идут проповедовать чистое Евангелие, но обрядоверие, не обрядоверие, не о том, как хоронить человека, то встретятся они с живыми святыми отцами и с этим же Феофилактом, они и живым им противопоставили бы и стояли бы в оппозиции к ним. Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Мы специально подчеркиваем отдельные места толкования Феофилакта, чтобы громче ударить по ушам православным батюшкам и архиереям, чтобы они решительно отмежевались от слова православие и по-честному сказали, что они враги Библии, враги святых отцов, что они измыслили новую веру под именем православия, создав себе огромную кормушку во тьме, и церковь превратили в скотомогильник. Удостоенному первой одежды дается обувь в знак того, что Бог делает его готовым благовествовать и служить на пользу другим. Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающих мир, говорит пророк Исаия, 52 глава. Благовествующего радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону, воцарился Бог твой.
И апостол Павел к римлянам 10 главе. И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Старший сын его был на поле. 25-32 стих. И возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его, но он сказал в ответ отцу, вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, рассосивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка? Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мной, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Толкование. Здесь дают пресловутый вопрос. Как оказывается завистливым сын, который в прочих отношениях жил и служил отцу благоугодно? Но он решится, коль скоро сообразят, почему была сказана сия притча. Притча эта вместе с предыдущими сказана была без сомнения, потому что фарисеи, считавшие себя чистыми и праведными, роптали на Господа за то, что он принимал блудниц и мытарей. Если же она сказана, потому что роптали фарисеи, которые, по-видимому, были праведнее мытарей, то смотри, что лицо сына, по-видимому, ропщущего, относится ко всем, кои соблазняются внезапным благополучием и спасением грешников. А это не есть зависть, но излитие человеколюбия Божие, непонятное для нас, а потому рождающее ропот. И Давид не выводит ли лица соблазняющихся миром грешников, Псалом 72:3. Подобно так и Иеремия, когда говорит, почему путь нечестивый благоуспешен? Ты насадил их, и они укоренились. Иеремия 12:1-2. Все это свойственно слабому и бедному уму человеческому, который возмущается и приходит недоумение при виде недостоинства, именно благополучия людей порочных. Итак, отсюда не зависть обнаруживается, но сей притчей Господь вразумляет фарисеев, чтобы они не досадовали на принятие грешников, хотя бы сами были праведны и соблюдали всякую заповедь Божию. И немало неудивительно, если мы огорчаемся принятием тех, кои кажутся недостойными. Человеколюбие Божие так велико и так обильно подает нам свои блага, что отсюда и ропот может родиться. Так мы говорим и в обычной беседе. Часто оказав кому-нибудь благодеяние, потом не получив благодарности от него, мы говорим, «Все порицают меня за то, что я так много облагодетельствовал тебя». Хотя, может быть, и никто и не порицал нас, но, желая показать величие и благодеяние, мы выдумываем это. Рассмотрим же эту притчу по частям и как бы в кратком извлечении. Старший сын был на поле, то есть в мире сем, возделывал свою землю, то есть плоть, чтобы она изобиловала хлебом, и сеял со слезами, чтобы пожать с весельем. Псалом 125. Узнав о случившемся, он не хотел войти в общую радость. Но человеколюбивый отец выходит, зовет его и сообщает ему, что причиной веселья является оживление мертвого, чего тот не знал, как человек, соблазняющийся и обвиняющий отца за то, что он не дал ему и козленка, а для распутного заколол откормленного теленка. Что обозначается козленком? Можешь узнать из того, что всякий козленок причисляется к стороне левой и стороне грешников. Матфея 25. Итак, добронравный говорит отцу, «Я проводил жизнь во всяком труде, терпел гонения, неприятности, оскорбления от грешников, и ты никогда не заколол для меня и не убил козленка, то есть оскорбляющего меня грешника, чтобы я мог найти малую приятность. Например, Ахав был козел по отношению к Илии, он гнал пророка, но Господь не предал тотчас сего козла на заклание, чтобы немного обрадовать Илью и успокоить с друзьями его пророками.
Поэтому Илия и говорит Богу: разрушили жертвенники твои и пророков твоих убили. Третье царство. По отношению к Давиду козлом был Саул и все клевещущие на него, которым Господь позволял искушать его, но которых не убивал для удовольствия Давидова. Поэтому сей говорит: доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут. Псалом 93. Так и сей, представляемый в Евангелии, сын говорит, который постоянно в трудах: того ты не удостоил никакого утешения, ни даже не предал на заклание никого из оскорбляющих меня. А теперь так, без труда, спасаешь распутного. Какие вопросы есть по причине? Давайте уясним. Все ясно. Впереди мы читали. Ушел в дальнюю страну. Это куда он ушел? Пошел. Питался со свиньями, рожками. Кто такой рожки? Ну, не давали рожки питаться. Ну, удовольствие не доставляли ему уже удовлетворение, те, которые он получал. Не давали. Но он все-таки украдкой это ел, иначе он бы вообще умер. Видать, оставалось что-то в корытах. Никто не давал ему. Питаться даже рожками, которых питались свиньи. Ну, до сюда не давали, но все равно он это ухватывал. Это не написано. Ну, не написано. Сам уже здесь еще. Ему не давали. Конечно, запрещали это брать, но он все равно немножко так где-то. Раз нигде больше ничего не было, он бы вообще бы сколько дней? 3 дня от силы продержался бы. Это, видать, долго, пока пришел к мысли о том, что там у отца даже наемники до сыта хлеб едят. Если задумался. Но часто бывает, что человек, что может он обратиться, говорит, может. А может и нет. Бывает, что и нет. Уже за какой-то грех, может быть, Господь не дает, там это говорит, что всякий грех простится. А хула на Духа Святаго не прощается ни в сем веке, ни в будущем. А похулить Духа можно как? Что есть такое грех? Такой, что не прощается ни в сем, ни в будущем веке. Да. Но если на дело Божие говорит, что это дело дьявола. Дело Божье, Бог сотворил явные дела свои. А уговорить, что лгать, что это сотворил дьявол, вот это и есть хула на Дух Святого. Да даже ты не будешь говорить, что это дьявол сотворил, а ты будешь порицать это, да, что, он это там обращается через люди, там крестится, да, это он так, это. То есть не принимать это как есть, даже будешь. А опровергать это уже будет хвала. Видишь, что человек был неверующий, обратился, принял крещение, стал членом церкви, но ты не расположен к этому человеку, и начинаешь на это говорить, хулить. Это уже будет хула. Поносить это. Так, порой бывает, что Господь допускает нам где-то так, чтобы, ну, почувствовать то, что порой теряем. Вот. И оказаться у этих корыт свиных. Почувствовать этот духовный голод, это до чего я лишился. И тогда, вот тогда возвращается человек назад. Для чего это допускается? Мы сегодня каждый день читаем 50-й псалом. Проснулись, утренняя молитва, 50-й псалом. А ведь написано это он для чего? Когда был? По какой причине этот псалом-то написан? Да? Покаяние псалом. Согрешение. Господь допустил пророка. Пророк уже был. И такими грехами согрешить. Это в одной из бесед Анна Толстая говорит, для того это было допущено Богом, чтобы это случилось, чтобы когда он судить будет других людей, то был более снисходительным, не так строго судил их.
чтобы он там мог смерти, а захватил в какой-нибудь день смерти, и ему там обоим смерть. А в это время, а я-то как прожил? Вот. Ну. Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено ему было, что расточает имение его, и призвав его, сказал ему: «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе: «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал: возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал: возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливые сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Толкование. Всякая притча прикровенно и образно объясняет сущность какого-нибудь предмета, но не во всем подобно тому предмету, для объяснения которого берется. Поэтому не должно все части притчи изъяснять до тонкости, но, воспользуясь предметом настолько прилично, прочие части нужно опускать без внимания, как прибавление для целости притчи, а с предметом, не имеющие никакого соответствия. Так нужно поступить и с предложенной притчей. Ибо если мы возьмем до тонкой подробности объяснять все, что домоправитель, кто приставил его к управлению, кто донес на него, кто должники, почему один должен масло, а другой пшеницей, почему говорится, что они должны были по 100, и если все прочие вообще будут исследовать с излишним любопытством, то мы сделаем речь темной, причем вынужденные затруднениями, может быть, дойдем и до смешных объяснений. Поэтому настоящей притчей должно воспользоваться столько, сколько можно. Поясняю несколько. Господь желает здесь научить нас хорошо распоряжаться веренным нам богатством. И, во-первых, мы научаемся тому, что мы не господа имения, ибо ничего, собственно, не имеем, но что мы управители чужого, веренного нам владыкой, с тем, чтобы мы располагали имением хорошо и так, как он повелевает. Потом научаемся тому, что если мы поступаем в управление богатством не по мысли владыки, но веренный нам расточаем на свои прихоти, то мы такие управители, на которых сделан донос. Ибо воля владыки такова, чтобы веренное нам мы употребляли на нужды сослужителей, а не собственное удовольствие. Когда же на нас доносят, и мы имеем быть оставленными от управления имением, то есть исторгнутыми из здешней жизни, когда именно мы будем давать отчет в управлении после представления от цели, тогда мы поздно примечаем, что нужно делать, и приобретаем себе друзей богатством неправедным. Неправедным называется то богатство, которое Господь вручил нам для употребления на нужды братьев и сослужителей, а мы удерживаем оное для самих себя. Но поздно мы ощутим, куда нам обратиться и что в этот день мы не можем ни трудиться, ибо тогда ни время делать, ни милости не просить, ибо неблагоприлично, так как девы, просившие милостыни, названы глупыми, Матфея 25:8. Что же остается делать? Разделить с братьями это имение, чтобы когда перейдем от сели, то есть переселимся из здешней жизни, бедные приняли нас в вечные обители. Ибо нищим во Христе назначены в удел вечные обители, в которые они могут принять явивших им любовь здесь через раздачу богатства.
хотя оное, как принадлежащее владыке, сначала нужно было раздать бедным. Они суть должники по сказанному. Он всякий день милует и взаймы дает. Псалом 36, 26 стих. И в другом месте. Благотворящий бедному дает взаймы господину. Господу. Притча 19:17. Итак, предварительно нужно было все раздать этим добрым должникам, которые уплачивают во 100 крат. Впрочем, когда мы оказываемся управителями неверными, несправедливо удерживая за собой то, что назначено для других, нам не должно навсегда оставаться в этом бесчеловечии, но должно раздавать бедным, чтобы они приняли нас в вечные обители. Когда мы так будем изъяснять эту притчу, то в объяснении не встретится ничего ни лишнего, ни изысканного, ни сногодательного. Впрочем, выражение «цены века сего догадливее» и далее, кажется, означает нечто другое и не неудобно понятное или странное. Сынами века сего нас называют тех, кои придумывают все, что на земле полезно для них. А сынами света тех, которые из любви к Богу должны преподавать другим духовные богатства. Итак, здесь говорится, что люди, поставляемые в управители человеческим имением, всячески стараются о том, чтобы после отставки от управления иметь утешение. А сыны света, поставляемые, то есть получающие в доверие управление духовным имением, нисколько не думают о том, чтобы после сего получить себе пользу. Итак, сыны века сего суть те, коим верено управление человеческими делами, и кои в своем роде, то есть в жизни сей, умно ведут свои дела. А сыны света те, кои приняли имение с тем, чтобы управлять им Богу любезно. Оказывается, что управляя человеческим имением, мы умно ведем свои дела и стараемся, чтобы иметь какое-нибудь убежище жизни, и тогда, когда будем отставлены от всего управления. А когда управляем имением, которое должно распоряжаться по воле Божией, мы, кажется, не заботимся о том, чтобы нам по представлении здешней жизни не подпасть ответственности за управление и не остаться без всякого утешения. Поэтому мы и называемся неразумными, что не думаем о том, что будет полезно для нас после сего. Но будем приобретать себе друзей в нищих, употребляя на них неправедное богатство, данное нам от Бога в оружие правды. Но нами удержанное в свою пользу и потому превратившееся в неправду. Если же богатство праведным путем доставшееся, когда им управляют нехорошо и не раздают нищим, вменяется в неправду и в мамону, то тем более богатство неправедное. Будем же сим последним приобретать себе друзей, чтобы когда умрем и переселимся из здешней жизни, или в другом случае будем малодушествовать от осуждения, они приняли нас там вечные обители. Приняли. То есть неправильное богатство — это что такое? Ну, все то, что нам Бог здесь дает. Земное все, да? Ну да. Как бы не наше. Но им приобретать нужно друзей. А таланты тоже, наверное, это входит личные? Умения? Здесь мы сейчас разбираем это пока. По талантам здесь нет. Здесь богатство, которое дал. Я как-то давно слышал, еще в юности, что было как-то беседа, они говорят, что он так просто, этот проповедник-то, говорит, ну, здесь можно понимать, говорит, неправильно богатство, это так, что от себя укради. То есть можно что-то купить, допустим, он приводит там, допустим, шубу купить. Шуба стоит, допустим, там, сегодня есть там 50-100 тысяч, дорогая шуба. Ну, можно, говорит, купить и за 10 тысяч. А те, что остались, это употреби на приобретение друзей. Чтобы когда пристанешь ты на суд, чтобы они свидетельствовали о тебе. Это вот он, пред Господом говорили, это вот этот человек мне тогда помог, когда мне было трудно. Это он подал мне милостыню. А Иоанн Златоуст говорит, что мы молимся к Богу. Молитва — это, ну, наше прошение, благодарение Богу. Но чтобы молитва дошла, говорит, до престола Божия, нужно, говорит, ей большое усилие.
нужно, говорит, ей приделать два крыла. Это пост и милостыня. И тогда, говорит, молитва, когда будут у нее эти крылья, она сможет, говорит, достичь престола Божия. А если мы просто так только молим, то она до потолка-то не поднимется, наша молитва. Вот так вот. И мы представим, представили мы завтра или сегодня на суд представим. Много будет, нет у нас там свидетелей, которые будут свидетельствовать об этом. У нас. Вот об этом нужно думать. Все, понял? Ты что-то дремешь, наверное, нет? Ну, верный в малом и во многом верен. А не верен в малом, не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное, истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Толкование. Господь еще учит о том, что богатством нужно управлять по воле Божьей. Верный в малом, то есть хорошо распоряжавшийся верным ему имением в мире сем, верен и во многом, то есть и в будущем веке достоин истинного богатства. Малым называют земное богатство, так как оно поистине мало, даже ничтожно, поскольку скоро приходящее, а многим богатством небесное, так как оно всегда пребывает и пребывает. Поэтому это оказался неверным всем земном богатстве, и данное на общую пользу братьев присвоил себе. Тот не будет достоин, и того многого он будет отвергнут, как неверный. И того... Но будет отвергнут, как неверный. Поясняя сказанное, прибавляет. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? Неправедное богатство назвал богатство, которое остается при нас. Ибо если бы оно не было неправедно, оно и не было бы у нас. А теперь, поскольку оно у нас, то очевидно, что неправедно, так как оно задержано нами и не роздано бедным. Ибо похищение чужого имения и принадлежащего нищим есть несправедливость. Итак, кто нехорошо и неверно управляет своим имением, как тому доверять истинное богатство? И нам, кто даст наше, когда мы неверно распоряжаемся чужим, то есть имением, а оно чужое, так как оно назначено для бедных, а с другой стороны, как мы ничего не принесли в мир, но родились нагими, а наш удел – богатство небесное и божественное, ибо там жилище наше, Филиппийцам 3:20. Имение и приобретение чужды для человека, сотворенного по образу Божию, ибо из них ничто не похоже на него, а наслаждение божественными благами и общение с Богом – это сродно нам. Доселе Господь учил нас, как должно верно управлять богатством, ибо оно чужое, а не наше. Мы управители, а не господа и владыки. Поскольку же управление богатством по воле Божией совершается не иначе, как при твердом бесстрастии к нему, то Господь прибавил к учению своему сие: не можете служить Богу и мамоне. То есть невозможно тому быть слугой Божьим, кто привязался к богатству и по пристрастию к нему нечто удерживает за собой. Поэтому, если ты намерен верно распоряжаться богатством, то не порабощайся ему, то есть не имей привязанности к нему, и ты истинно послужишь Богу. Ибо сребролюбие, то есть страстная наклонность к богатству, повсюду порицается. 1 Тимофея 6:10. Слышали все это фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им: вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Толкование. Фарисеи в досаде на слова Господа смеялись над ним, ибо им, как сребролюбцам,
Неприятно было слушать о нестяжательности, притча 9.7. Господь обнаруживает скрытое лукавство фарисеев и показывает, что они, хотя и принимают вид праведности, мерзки, однако же перед Богом, по своему самомнению, говорит: вы представляете себя праведниками перед людьми и думаете, будто вам одним дано разуметь то, что нужно, и учить. Поэтому вы и смеетесь над моими словами, как неразумными, желая почитаться у учерни, учителями истины. Но не так на деле, потому что Бог знает сердца ваши и считает вас мерзкими за ваше высокомудрие и пристрастие к людской славе. Мерзость перед Господом всякий надменный сердцем. Притча 16.5. Поэтому вам, фарисеи, нужно было жить не для людского мнения, ибо рассыплет Бог кости ополчающихся против тебя. Псалом 52, 6 стих. Но лучше соделывать себя праведными перед Богом. Законы пророки до Иоанна. Сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женой своей, женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует. Толкование. Господь вышесказанными словами учил нестяжательности и богатство назвал неправедным имением, а закон, Левитам 26.3.9, поставлял благословение и в богатстве, между прочим, и пророки, Исаия 19, обещали в награду блага земные. Чтобы кто-нибудь, подобно фарисеям, не сказал ему с насмешкой: что ты говоришь? Ты противоречишь закону. Он благословляет богатством, а ты учишь нестяжательности. Поэтому Господь говорит: законы пророки имели время до Иоанна и хорошо так учили, потому что слушатели были тогда в юном возрасте. Но с того времени, как явился Иоанн, почти бесплотный по нестяжательности и нестяжательный почти по бесплотности, и проповедовал Царствие Небесное, благо земные уже не имеют времени, а проповедуется Царствие Небесное. Поэтому желающие небес должны на земле усвоить себе нестяжательность. Поскольку пророки и закон не упоминали о Царстве Небесном, то справедливо обещали благо земные людям, еще далеко не совершенным и не способным представить себе ничего великого и мужеского. Поэтому, фарисеи, я справедливо учу нестяжательности, когда несовершенные заповеди закона не имеют уже времени. Потом, чтобы не сказали, что, наконец, все законное отвергнуто, как суетное и совершенно пустое, Господь говорит: нет, напротив, ныне еще более исполняется и совершается. Ибо что закон начертал в тени, говоря образно о Христе или о заповедях, то ныне исполняется, и ни одна черта из того не пропадет. Что там в виде тени указано о Христе, то ныне совершается яснейшим, совершится яснейшим образом. И заповеди закона, данные тогда приспособительно и сообразно с разумением несовершенных, ныне будут иметь смысл высший и совершеннейший. А что закон несовершенным говорил несовершенно, видно из следующего. Например, закон по жестокосердию евреев дал приговор о расторжении брака. Именно: муж, если возненавидит жену свою, имел право развестись с ней, чтобы не случилось чего-нибудь худшего. Ибо склонные к убийству и кровожадные евреи не щадили ближайших родных, так что заколали в жертву бесам своих сыновей и дочерей. Но это недостаток и несовершенство закона. Тогда было время такого законоположения, а ныне нужно другое учение, совершеннейшее. Поэтому я и говорю: всякий, кто разведется с женою своей не за прелюбодеяние и женится на другой, то прелюбодействует. Поэтому нет ничего удивительного, если я учу о нестяжательности, хотя закон ничего о ней ясно не говорит. Вот закон равнодушно дал заповедь о брачном разводе для предотвращения смертоубийства в иудеях. А я, приучая слушателей к высшему совершенству, запрещаю развод без благословенной причины
и повелевают так не вопреки закону, но с тем, чтобы не было убийств между мужьями и женами. И я подтверждаю это, когда учу, чтобы супруги заботились друг о друге и берегли друг друга, как собственные члены. И закон желал этого, но поскольку слушатели были несовершенны, то он определил расторгать брак, чтобы, по крайней мере, при таком условии муж и жена щадили друг друга и не ярились один на другого. Итак, Христос все требования закона подтвердил. А это и хорошо сказал, что невозможно пропасть ни одной черте из закона. Ибо как бы она погибла, когда Христос исправил его закон в лучшем виде. То есть более совершеннейший закон. Значит, тогда сказал не убий, то сегодня говорит, всякий злословящий брата своего, есть человека, убийца. Тогда не прелюбодействие, а сейчас, говорит, если даже и посмотрел ты, с разделением, то уже прелюбодействовал в сердце своем. Вот. Говорят, что в арабских странах, здесь в мусульманских, там просто развод. Если жена не понравилась, то муж должен только громко сказать 3 раза, чтобы сосед слышал. Я развожусь с тобой. 3-й раз еще сказал, все, развод состоялся. Теперь уже развелись они. Никакого суда, ничего нет. А так, чтобы только был свидетель кто-то, что он заявил, что разводится с женой. Если бы закон такой был бы у нас, а вот бы чего было. Когда суд и то. В газете читаешь, там что говорится. В области, в одной, говорит, в этом году регистрация браков, регистрации на какое-то число больше, чем разводов. То те годы было, что ровно, и даже разводов было больше, чем браков заключалось. То в этом году, говорит, уже больше стало браков заключаться, чем разводов. А это несколько лет, еще лет 15 было назад, по Алтайскому краю было 80% развода. До года не доживают, что вот зарегистрируемся и до года, значит, 80%. Это только официально, что которые зарегистрированы и потом. А сколько, как сегодня говорят, гражданский брак? Сколько там? 10 лет? В гражданском браке мы живем. Гражданская жена, гражданский муж. А гражданский это жена, гражданский муж, это тогда, когда они зарегистрированы, но неверующие, не венчаны в церкви. Вот это считается гражданский брак. А сегодня гражданский брак, то есть просто так они сошлись и живут, и все это гражданство. Он говорит, ни к чему не обязывает. Так, ну на этом остановимся. Дальше, значит, порассуждаем, что у нас, какие вопросы есть. Лена, ты что там говорила? Выгонять надо? Говорили недели две еще по себе. Недели две. А то вы до троицы натянули, то сено есть. Нет, кончилось сено. Сено кончилось. Да, они уже через заборы сигают. Ну давайте, решайте. У меня предложение. В случае, когда нет пастухов, вести такое, чтобы с каждого двора, в котором есть человек до 50 лет, был пастух. Что был? Пастух. Как? С каждого двора. Ну, то есть не с тех дворов, где коровы тут. А у тебя вот нет, у меня нет коров, то ли. До 50 лет. Ну да, тоже. Да. Почему? Потому что, вот смотрите, сейчас пойдет пасти бабушка, 67 лет. Больная нога и все такое. А у нас есть братья. Ну давайте как-то вот пока пастухов. Но здесь можем мы знать, что это не обязательно, это можем мы, как сказать, только вести на такое по-любовному. Ну, по-любовному очень-очень попросить. Потому что да, только в связи с этим, батюшка, у нас получается, что это вот стадо, оно по-любовному уменьшается, с каждым годом будет уменьшаться, дети выросли, уехали. Ну, давайте, короче, их уберем, будем в Порщино ездить, молоко вот покупать. Или то есть, если мы хотим, чтобы в деревне было свое молоко, свое молочное. А мы у Глушкова будем покупать. Придумать, выйти из этого положения. Но пасти только тем, у кого коровы, это очень трудно. Потому что нету коров, 3 двора всего. Больше 2 раз в неделю. Тогда и те, кто
кто уже молод, ну, кто не держит, скажет, а все равно мне пасти, наверное, заведу я. Ну, а где такой двор? Здесь у нас только один двор, что нет 50 лет. Как это так? Никита, он одним двором живет. Они уже не лагерные, они деревенские. Никита, ага. Володя Пащенко один на двором живет. Иосиф Устина. Ого, его набрали. У нас получается как раз 7 человек. Как раз по одному разу в неделю. Хорошее предложение. Давайте у Глушкова покупать. Глушков у Брагина, а Брагина у Игоря Барабаша. Это был ветер, там же... Нет, но я говорю, пока пастухов. То есть, когда тяжелая ситуация, дети уехали. Да. Ну давайте еще поговорим, бабушки, попросим значит, братьев, чтобы помогали. Пойти, которые хромают, не могут это, они должны пойти. Ну как-то тоже. Представьте, это ваши матери, они, ну, не знаю, я. Хорошо. Иногда можно, но мы только бабушки. Ты говоришь, что там, ты говоришь, а так и было. Я молоко Барбашов везу на урывок, Брагину сдал. Глушков там берет его, везет в Потеряевку. Сепарирует, везет в город продавать. У нас было так. И всем выгодно. Причем. Всем выгодно, всем выгодно. Все довольны все. Все пределы. Все пределы. Так, а сколько коров сегодня будет? Давайте считать будем. У вас сколько? У нас 18, 19 с маленьким. Так, сколько у вас? 19, 18, 19, 20, 20, 30 коров. 30. У меня тебя на сколько? 80 лет. 38. У меня 42. 41. Ну кто-то закончил. 40, можно считать 40. Приличное стадо. 40. Ну, баранов у нас будет, наверное, где-то 70. Мы в этом году убавили хорошо. Еще сейчас будем убавлять. Где-то 70 примерно. Надо хорошо еще пересчитать, но. Ну, грудных маленьких-то и нет, их не считать их, потому что они от матери никуда не отъедут. Их и пасти-то не надо. Телят маленьких, это их можно за 3 коровы считать, маленьких телят. Пасти, когда это самое трудное с ними. То отстает, то куда-то идут, ну, совсем. Бросить их там где-то в лагу нехорошо, это тоже где-то заблудится. Коров бросаешь, бежишь за этим теленками, за телятами этими. Они это и устают или еще отстают и все. А ягненок маленький от матери уже никуда не отстанет. Это, ну такой, который уже там недели две ему три. Значит, 40 по цене это вы договаривались. Еще не договаривались. Ну договаривайтесь, вот. В прошлом году было 260.